Ровно 70 лет назад полк сформировали в Белоруссии, тогда Советской Республике. Затем часть дислоцировалась в Прибалтике. После распада СССР десантники прибыли в Майкоп. Однако окончательным местом базирования стала Анапа. За свою историю часть принимала участие практически во всех локальных конфликтах новейшей истории. Награждены более 600 солдат и офицеров. У Сергея Черемных медали за Афганистан и Северный Кавказ. В юности посмотрел фильм про десантников. Так родилась мечта, который он целенаправленно шел. В школе прилежно учился и занимался спортом. Поступил в десантное училище. После окончания его направили в обычную часть, потом в тыловую, штабную. Но мечта все равно сбылась. Пусть и на 2 года, которые, как говорит сам Сергей Черемных, были трудными, но при этом радостными. Это часть с огромными боевыми традициями, славными боевыми традициями. Участвовала почти во всех вооруженных конфликтах. И участвовал достойно и на высоком уровне. Гвардейцы-десантники открывают шествие в День Победы. С полковых полевых кухонь анапчане и гости города угощаются настоящей солдатской кашей. За кадром остается ежедневный труд. Лучших по итогам года отметили почетными грамотами и благодарностями главы города-курорта и совета муниципалитета. От имени Юрия Полякова солдат и офицеров поздравил заместитель главы Роман Дикий. Мы гордимся вами, потому что вы являетесь, наверное, олицетворением той самой мощи российской армии сегодня. Тысячи мальчишек хотят, глядя на вас, служить в рядах российской армии и, конечно же, в десантных войсках. Я один анапчанин. Не весь город и вся общественность не мыслит себя без вашего полка, потому что вы принимаете участие во всех общественно-политических мероприятиях, которые сегодня проводит город или жители города. Десантники пообещали и дальше чтить и приумножать славные полковые традиции и заверили, что анапская земля может спать спокойно. Остальные нервы всегда друзья и крылья за спиной. Александр Ребека, Михаил Григорьев, Анапа регион.